«У нас остались, может быть, считанные дни или часы», — с призывом отчаяния обратился к миру командир бригады украинских морпехов, обороняющихся на территории Мариупольского комбината «Азовсталь». Видео опубликовано в среду в Facebook. «Это наше обращение к миру. Может быть, это последнее обращение в нашей жизни. Возможно, мы проживаем последние дни, если не часы. Враг превосходит нас по численности. Соотношение 10 к 1. У них есть преимущество в воздухе, в артиллерии, на суше, в технике, танках. Мы защищаем только один объект – завод «Азовсталь», где кроме военнослужащих есть и мирные жители, жертвы этой войны». Мы призываем, умоляем мировых лидеров помочь нам. Просим их использовать процедуру эвакуации и вывести нас на территорию третьего государства. Мы, солдаты Мариупольского батальона, более 500 раненых бойцов, сотни мирных жителей, в том числе женщины и дети, умоляем доставить нас в безопасное место на территории стороннего государства. Дякую.